Приветствую. С вами Павел Колесов. Я сейчас говорю с вами из Франции, с французской ривьеры, из Ниццы, с Лазурного побережья. Тут совершенно потрясающая погода, и мне очень нравится то, что здесь происходит. И мы с вами продолжаем подготовку к тренингу с бычьей мечты. И сегодня будет следующее задание. Возьмите, пожалуйста, и выпишите списком те дела, те процессы, которые вам в вашей жизни приходится заниматься. Раз, первое, и которые вам не нравятся. Ну, например, вам может не нравиться, не знаю, там, выносить мусор, мыть полы, не знаю, там, мыть посуду, не знаю, там, готовить еду, ходить по магазинам, там, копать картошку, общаться с какими-нибудь там коллегами нудными, которые только плачут, жалуются, ничего в своей жизни не хотят делать. Соответственно, у вас задание первое – составить такой список, вот сколько у вас есть вещей, процессов, которыми, первое, вам приходится заниматься, но второе, вам они не нравятся, вас они не радуют. Пожалуйста, составьте полный список таких процессов, таких действий. Не знаю, может, там собака не нравится гулять, может, ремонт там делать не нравится, а приходится. И проранжируйте их, вот все то, что у вас получилось, от единички до десятки. Единичка – это вам так, ну, умеренно не нравится, ну, там вот, ну, делаем, ладно. А десятка – это то, что вас вообще бесит, раздражает, и вы вообще делать никаким образом не хотите. И когда это сделаете, выложите, пожалуйста, в комментариях под этой страницей, что вы там, не знаю, выносить мусор, не знаю, там вам на пятерку не нравится, гладить белье на десятку вам не нравится, а готовить еду, например, там на 7 баллов не нравится. Пункт номер один – список таких вещей выложить, а второе – три вещи, которые вас сильнее всего раздражают в вашей жизни, за ближайшие 2 недели ваша задача в своей жизни убрать полностью, выкинуть, перестать делать, делегировать, отдать кому-то другому, нанять домработницу, в общем, вот, каким-то образом решить эту проблему. Потому что до тех пор, пока в вашей жизни будет очень много того, что вам делать не нравится, но вы делаете, ваша жизнь будет вас печалить, она будет вас раздражать, и надеяться на то, что у вас в жизни будет все хорошо, мягко говоря, наивно. Поэтому составляйте список, ранжируйте от 1 до 10, и три вещи, которые вам сильнее всего не нравится делать, и в своей жизни выкидывайте. И когда это сделаете, пожалуйста, в комментариях под этим видео выкладывайте список дел, которые вам не нравятся, насколько они вам не нравятся, три вещи, которые вы в своей жизни выкинули, и ваши ощущения после того, как вы это перестали делать. Как поменялась ваша жизнь, как поменялись ваши ощущения, насколько изменилось ваше самоощущение от себя, от своей жизни, и насколько увеличилось количество удовольствия в вашей жизни. Это у нас с вами подготовка к тренингу с бычьей мечты. В следующих видео будет еще следующие подсказки, что и как вы можете сделать, чтобы ваша жизнь вас по-настоящему радовала. А пока что, пожалуйста, составьте список вещей, дел, которые вам не нравится делать, проранжировали от 1 до 10, и 3 самых нелюбимых выкинули из своих дел и своей жизни, пускай ими занимается кто-то другой. На этом, пожалуйста, начните это делать прямо сейчас. С вами из Франции, с французской ривьеры, с Лазурного побережья, Павел Колесов. Сделайте, пожалуйста, это задание. И до следующих встреч. Счастливо!